Правительство и органы безопасности Канады изучают аудиозапись, где, предположительно, глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф обсуждает сообщение о сбитом в январе 2020 года под Тегераном украинском самолете. Аудиозапись попала в распоряжение канадского телеканала CBC. На аудиозаписи, приписываемой главе МИД Ирана, утверждается, что высшее руководство Исламской Республики никогда не раскроет правду о трагедии с пассажирским самолетом. Как следует из аудиофайла, Зариф сначала говорит, что авиакатастрофа произошла случайно, а затем признается, что сбит самолет, занимавшийся сбором разведданных. Самолет Boeing 737 международных авиалиний Украины потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта. На борту воздушного судна находились 176 человек. Не выжил никто.